Привет, Пости! Привет, Мини! Привет! Доброе утро! А чем это вы тут занимаетесь? Мы устроили мини-гонку! Ты бы мог быть нашим судьей? Конечно! А что нужно делать? Дай нам команду! Это просто! На старт! Внимание! Марш! Ура! Я первый доехал до сосны! Поздравляю, Пости! А Мини ездит как черепаха. Что? Мини-черепаха, мини-черепаха, мини-черепаха. Ну, я тебе сейчас зеркала поотрываю. А ну-ка стой, гадкий Пости! Мини-черепаха, мини-черепаха, мини-черепаха. Ребята, остановитесь! Везет же вам! Вы можете вот так веселиться. А я должен ездить по расписанию. Бедняга! А брось работу хоть на день и едь, куда тебе захочется. А может и вправду так сделать? Только я слышал, сегодня будет чрезвычайная жара. Да, я слышала, всем машинам сегодня надо сидеть в гараже и не выходить на открытое солнце. Надоели эти правила! Все, еду отрываться! Ну, повеселись хорошенько! Пока-пока! Кстати, а вы не видели мини-черепаху? Ах ты противный! Вот сейчас я до тебя доберусь! Стой! Я школьный автобус, люблю возить детей! Но сегодня я устрою денек повеселей! Ой! Эй, это что за шум в лесу? Надо бы съездить посмотреть. Привет, Спуки! Привет! Что с тобой? Что ты делаешь на этом бревне? Я хотел выучить новый трюк. Перепрыгнуть через бревно и застрял. А давай вызовем спасателей. Нет, я и так постоянно что-то нарушаю. Они будут долго читать мне морали, а я от этого устал. Согласен, они иногда такие зануды. О, идея, давай я тебе помогу. Давай, но как? Приготовься, сейчас я тебя толкну. Раз, два... Три! Ай, больно! И еще разочек. Раз, два, три! Ай, и ты поломаешь мне багажник! Ничего, сейчас мы поднажмем. Раз! Ой! Два! Я боюсь! Три! Нет, 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 нет! Ну вот, я, как всегда, оказался колесами вверх. Да уж, получилось не совсем так, как мы планировали. И жарковато становится. Да, у меня немного кружится голова. О, кажется, я слышал о каком-то солнечном ударе. И то, что нужно быть осторожными. Ой, у меня очень кружится голова. Ну и денек. Да уж, столько вызовов у нас еще не было. И все из-за жары. А ведь все должны знать, что в жаркое время нужно находиться в тени и пить много воды. А ты знаешь, что школьный автобус не приехал за детьми? Неужели что-то случилось? Да, пахнет неприятностями. Внимание спасателям! Срочный вызов! В лесу застрял школьный автобус. И Спуки! У них солнечный удар! Это то, о чем я говорил! Спасатели, вперед! Какой ужас! Надо срочно
точно им помочь? Первое, что нужно, это холодный компресс. Сейчас я полью из своего шланга, а ты приложи к ним влажную ткань. Ой, где я? Где я? Ой, кто здесь? Так, теперь нужно перевернуть их в нормальное состояние. Я тебе помогу. Вот так. Эх, еще немного. Эх, вот. Еще чуть-чуть. Вот так. Теперь давайте переместимся с полянки в тень. Ну вот, мы спасены. И сделали это, как всегда, вы, ребята. Спасибо вам! Я так хотел сделать что-то не по правилам, но теперь вижу, что это ведет к плохим приключениям. И детишкам пришлось идти домой пешком. Но мы поняли, что ты просто хотел немного погреться на солнышке. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Подписывайся на канал!